Сегодня я расскажу грустную историю, которая оставила след в сердцах многих людей. Символ могущества человека, воплощенный в металле, вызов любым силам природы. Ему ничего не страшно. Он велик, прекрасен и непобедим. Он открыл эру безграничного процветания, и нет такой силы в мире, которая могла бы ему помешать. Он «Титаник», трансатлантический пароход, второй лайнер класса «Олимпик», построенный в Белфасте на верфи «Харлен-Вульф» 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании «White Star Line», и на момент ввода в эксплуатацию он являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса он потерпел крушение в Северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. Но вот вопрос – почему? Давайте вернемся назад во времени и попробуем разобраться, почему же непотопляемый гигант оказался на дне океана. Весной 1909 года от гренландского ледника Илулиссат откололся айсберг. Длина его достигала 1 километра, а водоизмещение, то есть его вес, около 2,5 миллионов тонн. В это же время, 31 марта 1909 года, в 3000 миль от Гренландии, в ирландском городе Белфаст, закладывается корабль длиной 269 метров, водоизмещением 52 300 тонн. Создатели решают назвать уникальное судно «Титаник». На тот момент это был самый большой движущийся объект, созданный человеком. Длина 269 метров. Это протяженность двух лондонских кварталов. Если бы можно было поставить «Титаник» вертикально, он оказался бы почти в два раза выше пирамиды Хеопса и собора Святого Петра в Риме. Ширина 30 метров. Высота от киля до верхушек труб почти 53 метра. Средняя осадка более 10 метров. Надводная часть высотой 14-этажный дом. Весной 1911 года айсберг вышел из фьорда Илулиссат и направился в открытое море. Был подхвачен западно-гренландским течением и поплыл на север. 31 мая этого же года «Титаник» был торжественно спущен на воду. В честь этого события были выпущены специальные открытки и сувениры. Приглашено множество знаменитых гостей и журналистов. Чтобы спустить корабль на воду, было использовано 23 тонны масла и жидкого мыла. Но «Титаник» не был освещен по морскому обычаю, и об его борт не разбивали бутылку шампанского. Хозяева судоходной компании верили в технический прогресс, не были суеверны и считали старые морские обряды пережитком прошлого. Зимой 1912 года в Белфасте и Саутгемптоне начали продавать билеты на «Титаник». Тем временем айсберг вместе с гренландским течением повернул на юг и плыл вдоль побережья Канады со скоростью 19 км в сутки. К началу весны он уже был у острова Ньюфаундленд, где обычно застревают и тают 90% гренландских айсбергов. 3 апреля 1912 года «Титаник» прибыл в порт Саутгемптона. Вся команда на борту была готова отправиться в грандиозное плавание, если бы не неожиданное препятствие. Обычное дело для Англии той поры, в стране началась забастовка шахтеров. Отплытие «Титаника»
оказалась под вопросом. Ему попросту не хватило бы угля. Именно в этот момент руководство компании White Star Lines приняло решение, которое стало первым в цепи случайностей, совпадений, недоразумений и сыгравшее свою роль в судьбе корабля. Убеждая и переплачивая, компания выкупила весь уголь, имеющийся на судах и складах, а далее будто последовала цепная реакция. Многие рейсы были отменены. Пассажиры сдавали купленные билеты и стремились попасть на «Титаник», возможно, единственное судно, которому следовало остаться в порту. В начале апреля айсберг минует мили возле Ньюфаундленда и выходит на трансатлантический путь. Примерно в это же время, 10 апреля, «Титаник» торжественно отправляется в свой первый рейс. Через 7 дней он должен причалить в Нью-Йорке. Цены на билеты на «Титаник». Билеты третьего класса стоили от 2 фунтов, двухнедельный заработок чернорабочего, до 6 фунтов, или 342 доллара на современные деньги. Билеты второго класса стоили от 10 до 40 фунтов, или 2200 долларов на сегодняшний день. Билеты первого класса от 26 фунтов за каюту до 512 фунтов за апартаменты, что на сегодняшний день эквивалентно 28 тысячам долларов. Оснащение корабля. Первый класс и главный салон располагались в центре корабля, чтобы оградить пассажиров от шума винтов. Вместо иллюминаторов – окна, как во дворцах. Итальянский ресторан «Аля Карт», кафе «Паризьен» и главный салон. На корабле также была прекрасная библиотека и читальный зал. Несколько музыкальных салонов, зимний сад с экзотическими растениями, тренажерный зал, корт 9 на 6 метров с галереей для зрителей, а также бассейн размером 10 на 5 метров и комплекс турецких бань с помещениями для отдыха. Также имелась великолепно оборудованная больница с операционным залом. К услугам пассажиров всех классов имелись парикмахерские, специальные помещения для проявления фотографий и печатания карточек. Было также специальное отделение для собак пассажиров первого класса. «Титаник» был сделан из высококачественной стали. Все его палубы, переборки, балки и шпангауты имели исключительную прочность. Борта обшиты стальными листами толщиной 4 см. Всего ушло 2000 листов. И соединялись с двусторонними заклепками из железа. Тройной ряд заклепок на каждый шов. Всего 3 миллиона заклепок. Но на случай непредвиденной аварии была особая система. Корабль имел двойное дно и был разделен на 16 водонепроницаемых отсеков особыми переборками, которые закрывались герметичными дверьми. Обычно эти двери были открыты, но при необходимости их можно было закрыть за несколько секунд. По задумкам инженеров, с такой системой при пробоине «Титаник» мог оставаться на плаву при затоплении любых 2 отсеков или 3 из первых 5. Или даже 4 из первых 5 отсеков. Вообразить себе катастрофу, при которой могли бы быть пробиты сразу 5 отсеков, было невозможно. «Титаник» на полном ходу развивал скорость 25 узлов, 46 км в час, что равнялось в те времена скорости самого быстрого военного миноносца. «Титаник» шел на полном ходу, чтобы успеть вовремя прийти в Нью-Йорк, так как капитаном был выбран безопасный, но более длинный путь. На тот момент существовало 2 трансатлантических пути – короткий или северный путь, на котором корабли совершали поворот на Нью-Йорк подле острова Ньюфаундленд,
и длинный или южный путь, на котором корабли совершали поворот южнее, чтобы избежать скопления плавучих льдов. Зима 1912 года была достаточно теплой, поэтому айсбергов должно было быть больше, чем обычно. Поэтому был выбран путь еще южнее, чем южный путь, чтобы наверняка избежать скопления плавучих льдов. Еще один немаловажный момент – это неожиданная перестановка в офицерском составе команды на корабле. Капитан Джон Смит решил привести своего старшего помощника с предыдущего судна, на котором они служили, и из-за этого произошла смена первого набранного состава на «Титанике», вследствие чего вторым помощником стал Чарльз Лайл Тойлер, а Дэвиду Блэру пришлось покинуть корабль, чем он был весьма раздосадован. Спустя 3 дня Блэр обнаружил в кармане своего пиджака ключ от сейфа с биноклями, который в спешке и расстройстве он забыл передать своему преемнику. Поэтому команда на корабле осталась без биноклей. Спустя 95 лет ключ был продан на аукционе за 90 тысяч фунтов стерлингов, 180 тысяч долларов США. С 14 апреля в радиорубку «Титаника» приходит ледовое предупреждение от парохода «Корония», но радисты заняты отсылкой личных телеграмм от пассажиров первого класса, да и капитан не придал этому посланию особого значения, так как в этих краях плавучие льды – это обычное дело. Позже «Титаник» получает еще одно ледовое предупреждение с координатами от парохода «Балтик». Поступает приказ капитана внимательно следить за курсом. Еще одно ледовое предупреждение было получено от судна «Америка». Далее – ледовое предупреждение от судна «Калифорния». 14 апреля, 21 час 40 минут, дистанция между «Титаником» и «Айсбергом» – 84 километра. От Миссаба «Титанику» – ледовое предупреждение. Много битого льда и много крупных айсбергов. Капитан судна «Калифорния» приказал своему экипажу лечь в дрейф на ночь на краю ледяного поля, дабы не рисковать, проходя сквозь него в ночи, и приказал повторить ледовое предупреждение для всех окрестных кораблей. Но радисты даже не дослушали сообщения с координатами. Они были заняты передачей личных телеграмм пассажиров на мыс Рейс. Последнее и самое важное ледовое предупреждение было проигнорировано. В каютах и салонах «Титаника» царили безмятежность, уют и комфорт. На палубе ни ветерка. Крупнейший в мире корабль тихой весенней ночью пересекал Атлантику. Ночь 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана была безветренной и безлунной. Температура воздуха 0 градусов по Цельсию. Температура забортной воды 0,56 градуса. Полный штиль. На марсовой площадке на высоте 29 метров дежурят двое смотрящих. Даже в безлунную ночь они способны увидеть препятствия за 6 километров, но только при наличии морского бинокля. 14 апреля, 23 часа 38 минут, дистанция между «Титаником» и «Айсбергом» 900 метров. Вперед смотрящий Фредерик Флирт видит впереди по курсу темную глыбу 30 метров высотой. 2 недели назад в лабрадорском течении этот айсберг начал подтаивать и перевернулся. От этого его поверхность стала полупрозрачной и отражающей ночное небо. Именно поэтому его невозможно было разглядеть даже с близкого расстояния. Был дан сигнал – препятствие прямо по курсу. Команда права на борт, рассчитывая обойти айсберг слева. Далее команда «Стоп-машина» и «Полный назад», чтобы корабль не задел айсберг кормой, сразу была дана команда «Лево на борт», но корабль слишком велик для быстрого маневра. Как только прекратилось движение винта, снизилась скорость поворота. Инерционный путь лайнера составлял около 650 метров. Как раз на таком расстоянии находился айсберг. Корабль не успел поменять курс. Подводная часть айсберга проскребла обшивку «Титаника» на 90 метров по правому борту.
Так, 14 апреля 1912 года, 23 часа 40 минут, ниже ватерлинии гигантского лайнера, была словно подведена черта длинной цепи случайностей, совпадений, недоразумений и человеческого честолюбия. Можно ли было этого избежать? Если бы капитан не затеял перестановки в экипаже прямо перед отплытием, и Дэвид Блэр не забыл бы передать ключ от сейфа своему преемнику, у вперед смотрящего был бы бинокль, и он смог бы увидеть айсберг за 6 километров. Если бы радисты не были заняты частными телеграммами, они обратили бы внимание на последнее предупреждение судна «Калифорния» с точными координатами опасной зоны. Если бы капитан Смит снизил скорость судна при вхождении в опасную зону, «Титаник» успел бы совершить маневр. Если бы айсберг незадолго до этого не перевернулся, его сияющая белая поверхность была бы видна за милю. Если бы в ту ночь не было штиля, то местоположение айсберга указали бы белые барашки на воде вокруг него. Если бы в ту ночь светила луна, вперед смотрящий увидел бы даже темный айсберг на 15 секунд раньше. Если бы старший помощник капитана не дал команду «стоп-машина», корабль бы успел повернуть еще на несколько градусов в сторону. И тогда «Титаник» спокойно продолжил бы свой путь. При столкновении на обшивку корабля пришлось давление 2,5 тонны на квадратный сантиметр. Толстая закаленная сталь выдержала, не выдержали заклепки. Оказалось, что они были сделаны из кованого железа, в котором оказались вкрапления шлака. Из-за этого в структуре образовались микропустоты, и в момент удара заклепки лопнули. Швы разошлись, внутрь хлынула вода. Герметичные двери водонепроницаемых отсеков стали закрываться одна за другой. Были повреждены 5 отсеков, и на это система непотопляемости «Титаника» не была рассчитана. Причем отсеки не были перекрыты сверху, поэтому при наполнении одного вода просто переливалась в другой. Откачивать воду не успевали. Корабль мог продержаться на плаву максимум 2 часа. Начали передавать сигнал бедствия CQD. Этот сигнал был собственный сигнал компании Marconi. Он состоял из сигнала общего вызова и сигнала опасности. Позже был принят единый радиосигнал SOS. Но станции Marconi все еще использовали старый сигнал. В ночь 14 апреля Атлантику пересекали 52 судна. Но не все имели на борту радиопередатчики. Из тех, кто могли принимать радиосигналы, ближе всех находились английские суда «Калифорниан» и «Карпатия», канадский корабль «Маунтин Тампль», французский «Прованс», немецкий «Франкфурт», японский «Ипиранга» и русский «Бирма». Приходили подтверждения радиограмм с кораблей, они спешили на помощь. Ночь наполнилась треском электрических разрядов. В самом их эпицентре медленно погружался в океан самый надежный в мире корабль. Началась эвакуация. Шлюпок было всего 20, а пассажиров 2200. Для такого количества пассажиров нужно было как минимум 60 шлюпок. У пассажиров кают третьего класса не было прямого выхода на шлюпочную палубу. «Титаник» пускал сигнальные ракеты, и рыболовецкое судно «Самсон», которое находилось всего 17 милях, занимавшееся нелегальной ловлей рыбы, приняло эти сигналы за сигналы береговой охраны и решило убраться подальше. Ракеты были белого цвета, а не красные. Применение ракет строго регламентировано. Красные ракеты – сигнал бедствия. Но на «Титанике» их не оказалось. «Карпатия» спешила на помощь, но могла быть на месте не раньше, чем через 4 часа. «Калифорниан» не отвечал. В 0 часов 45 минут с тонущего «Титаника» был послан первый в истории сигнал SOS. Шлюпки отчаливали с большим количеством свободных мест. Шлюпка номер 7 была спущена первой,
28 мест из 65. Шлюпка номер 6 занята 24 места из 65. Шлюпка номер 5 занята 41 место из 65. Шлюпка номер 3 занята 33 места из 65. Шлюпка номер 1 занята всего 12 мест из 65. Оставалось 15 шлюпок и более 2000 человек на борту. Каждую секунду в пробитые отсеки проникало 5 тонн воды. Музыканты все еще играли, но никто их уже не слушал. Начиналась паника. До полного погружения 1 час. Муж сажал любимую жену в шлюпку, понимая, что, возможно, никогда ее не увидит. Неподалеку в шезлонгах сидела пожилая пара. Женщина отказалась садиться в шлюпку, отдав свое место горничной, и осталась с мужем. Она сказала: «Мы прожили вместе 40 лет, вместе и умрем». Кто-то переодевался в парадный костюм, чтобы встретить смерть как истинный джентльмен. Два часа 10 минут. Падает первая дымовая труба. Под водой скрывается капитанский мостик. Корма поднимается вверх, свет еще горит. 2 часа 13 минут. Корпус «Титаника» погружается в воду до уровня третьей дымовой трубы. Наклон корпуса 40 градусов. 2 часа 15 минут. Корма «Титаника» на 60 метров возвышается над водой. Полностью видны грибные винты. 2 часа 17 минут. Передан последний сигнал СОС. Перестает работать электрооборудование, гаснет свет. 2 часа 18 минут. Корпус судна разламывается между третьей и четвертой трубами. Носовая часть тут же уходит на дно. Корма встает вертикально. 2 часа 20 минут. Кормовая часть «Титаника» полностью погружается под воду. Обломки самого большого и надежного в мире корабля идут ко дну со скоростью 20 узлов. В ледяной воде оставались почти 1000 человек. В шлюпках ожидали помощи еще 625 человек, большинство из которых были заполнены только наполовину. Капитан Эдвард Джон Смит ушел на дно вместе со своим кораблем, не совершив попытки спастись. Из 7 офицеров спаслись 4. Из медицинского персонала уцелела медсестра для пассажиров первого класса. Радист Джек Филлипс погиб. Радисту Гарольду Брату удалось выплыть. Из 5 почтальонов не выжил ни один. Гарантийная группа Harland & Wolff из 9 человек погибла в полном составе. Все 8 музыкантов погибли. Из 300 человек машинной команды уцелели только 69. Из 500 человек обслуживающего персонала выжили 29. Всего в ту ночь погибло 1490 человек, 1332 мужчины, 106 женщин и 52 ребенка. 3/4 погибших – пассажиры третьего класса и члены экипажа. Кто виноват в этом? Если бы при строительстве «Титаника» использовались не кованые железные, а стальные заклепки, обшивка корабля выдержала бы столкновение с айсбергом. Если бы помимо водонепроницаемых отсеков на «Титанике» была бы предусмотрена система контрзатопления, корабль удалось бы выровнять, и он смог бы дождаться помощи на плаву. Если бы на корабле «Калифорниан» радист пошел спать хотя бы на час позже, он успел бы принять сигнал бедствия с «Титаника», и «Калифорниан» пришел бы на помощь уже через час. Если бы на «Титанике» были красные сигнальные ракеты,
Вахтенные и на Калифорнии, и на Самсоне опознали бы сигнал бедствия, и к месту крушения пришли бы два корабля. Если бы на Титанике оказалось достаточное количество шлюпок, удалось бы эвакуировать всех. Если бы шлюпки спускались на воду заполненными полностью, спаслось бы гораздо больше людей. В 4 часа 30 минут на место крушения прибыл корабль «Карпатия». К этому времени выживших было чуть более 700. В 8:30 «Калифорниан» прибыл на место крушения, но спасать было некого. Вечером 18 апреля «Карпатия» прибыла в Нью-Йорк. К тому времени в порту было около 30 тысяч любопытствующих. Шлюпки «Титаника» были отведены к пирсу компании White Star Line. На следующий день утром рабочие уже соскабливали с них название «Титаник». До сих пор самый знаменитый корабль в мире – это «Титаник», плавание которого длилось 4 дня, 17 часов и 30 минут. С тех пор прошло 105 лет. Многое вроде бы изменилось. Мы все так же хотим безграничного процветания, максимального комфорта и абсолютной надежности. И все так же остаемся абсолютно беззащитными. Землетрясения, цунами, тайфуны, плавучие льды или просто обычный средиземноморский риф. И бесконечный, если бы не, и кто виноват. А тем временем на дне Атлантики медленно рассыпается в прах символ могущества человека, воплощенный в металле вызов силам природы, непотопляемый Титаник.